Всем здорово, ребят. Ну что, у нас Тайвань. Обновился сервер, и у нас некоторые новые акции появились. Не факт, что они будут на русском сервере, но будем на это надеяться. Вот здесь должна быть эта акция. Так, вот она. Сейчас, секунду, я гляну. Мы так и не дособирали здесь зефирку. Нам еще немного, еще чуть-чуть. 144 осколка. Так, окей. Смотрим. Вот так вот выглядит эта акция. Судя по всему, опять какая-то донатная фигня. Поехали посмотрим. Что у нас есть? Здесь у нас на прокачку 13 скилла. Здесь топовые новые сумки, и здесь рунки 10 таланта. Как видите, есть вот отметки, и судя по всему, насколько я понял, за отдельный донат они будут заполняться. Сейчас я попробую. Мне все равно нужны кристаллики здесь. Забрать даже минимальный пак, заодно и посмотрим, каким образом это работает. Так, смотрим, забрал. Вот, самая мелкая награда у нас есть. Интересно, интересно. А как остальные забрать? Девятая эмблема. Но видите, не дает следующий шаг сделать. Не знаю, почему так. 28 дала камешки. Есть у нас роллинг. Ну-ка сейчас посмотрим. Судя по всему, сегодня еще и роллинг есть. Да, есть роллинг. Здесь роллинг, ребят, по 20. Здесь нестандартный всегда роллинг был, если берешь пак. Странно. А как же добивать дальше? А ну давайте еще раз. О, у меня скоро... Хотя не, мы здесь, по-моему, по максимуму шкалу доната заполнили в свое время. Такс. Не могу понять. Каким образом дальше это все будет двигаться. Видите, она не заполняется. Может, делать трату надо? А ну-ка, давайте потратим. За самоцветы. Опа! Опа, землеройка, нифига себе! Ну, здравствуй. А каких у меня, кстати? У меня здесь одного героя только нету. Только зефира нету, и все. Все остальные герои у нас есть. Кстати, кто играет на Тайване, кидайте заявочки, вступайте. Гильдия Валес, все большими буквами. Пропуск БГКик, заявки через телегу. Ждем активных игроков, кто играет на Тайване. Так, вот плюшки к нам пришли. Пришли камешки. И пришли эти. Так, хорошо. Смотрим сюда в акцию. Да, вот так вот, ребят, за трату, то есть вы покупаете, тратите самики, и она так вот будет срабатывать. То есть мы забрали на эмблемке, забрали 10 коробок, отлично, и забрали камешки. По сути, как хрустальный сундук, то есть, ну, здесь только наоборот, вы покупаете, потом тратите и получаете определенные плюхи, идете уже к следующей. Таким образом, соответственно, если вы откроете все... Так, немножко не туда зашел. Откроете все три сразу, они будут по ходу заполняться все три сразу. А если одна, то одна. Видите, здесь вот мы купили, мы потратили 900, 2000 самов надо на каждом. Покупаете большой пак, тратите 2000 самоцветов и получаете топовые плюшки. Ну, что я могу сказать? В принципе, довольно-таки неплохо.
А учитывая, что здесь надо потратить по 2000 самого, это вы то, что купите, то и в принципе потратите даже меньше. Конечно, плюшки классные, посмотрите. Даже здесь вот минимальный пак. Это здесь такой пак. Надеюсь, на русском тоже будет. Если на русском такая акция будет, это вообще топовая акция. Но как обычно, у нас поменяют и награды, поменяют и стоимость, и все остальное. Ну, у нас, конечно, дешевле будет, а может и нет. В общем, это колбочки. Вот так вот они наполняются. Что здесь есть? Еще здесь что-то есть. Вот я не знаю, что оно означает. Что-то нам надо сделать. Ну, давайте попробуем какое-то задание. Давайте попробуем зафармим рейды. Посмотрим. Может, что-то связано с рейдами. Непонятно просто, что жмакать надо. Но я так понял, что это не все. Вот 20, 20, 200. Ну, давайте попробуем. Может, дадут еще какие-то плюхи. Интересно, интересно. Вот уже 40. Давайте попробуем пофармим. Что-то меня на 30-е прорывы кидает всех. Что за подстава? Не знаю, сколько там чего надо пройти, но попробуем хотя бы это попроходить на 50%. Сейчас 10 противников. Давайте попробуем на 100. Так, зафармили. Смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. 100 есть. Да, давайте попробуем по максимуму. В общем, здесь надо повыполнять задание, насколько я понял. Сейчас посмотрим, или дадут нам плюхи за это выполнение. Либо дадут какие-то дополнительные типа поднятия. Непонятно. Но что-то однозначно оно дает. Понабирали этих зефирок, а толку от них? Так, смотрим, сколько там у нас. 140. Ну, короче, надо еще 3 противника. Здесь никаких изменений нету. Я, по крайней мере, пока не вижу. Может, колбочка поднялась. Я что-то не посмотрел, сколько там было. В общем, скажите так. Раз. Так, 180, надо еще одного. По-моему, колбочка поднялась, если я не ошибаюсь. Посмотрим, может, еще какое-то задание там надо выполнить. Или также. Так, мы выполнили. А, это, наверное, может какую-то попытку или что дают. В общем, здесь куча. Это, походу, квесты повыполнять, насколько я понял. Или тут дадут какую-то возможность одну открыть.
что-то открыть. Ну, попробуем пропуск подземки. Да, вот есть пропуск подземки, надо сделать 20 пропусков. Сейчас мы сделаем пропуска. Да, смотрите, вот шкала заполняется, соответственно, можно будет получить плюхи. Но, как видите, ходить на арену, насколько я понял. Но есть но. Надо открыть за донат ее. То есть, опять же, акция донатная. Выполнение заданий вот этих. Чисто для доната. Так, немножко не туда зашел. Так, это задание мы выполнили, нам дали плюхи за выполнение квеста, понятно. Наверное, на аренке будет быстрее получить плюхи, мне кажется. Такс. Сейчас мы создадим пачку. Так, чтобы быстрее было, и зафармим еще здесь. Так, первый есть. Второй. Третий. Я так по-быстрому, чтобы четвертый. Давайте еще попробуем с Фрей. Так, отлично. Смотрим акцию. Так, есть. Вот мы получили эти плюхи наконец-то. То есть, соответственно, можно открыть все, и вы уже дальше получаете плюшки за выполнение. Вот таким вот образом, ребят. Но тут что-то пишут 1-1. Я не знаю, что это означает. 500-500. В общем, таким вот образом заполняется акция, длится один день. Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.